Лори и Джордж Шапелл считались самыми старыми в мире сиамскими близнецами. Их удивительная редкая точка соединения – голова с лицами, развернутыми в противоположные стороны, привлекала внимание людей со всего мира. Несмотря на эту физическую особенность, они жили полноценную жизнь и были известны своим оптимизмом и позитивным отношением к жизни. Им было 62 года, когда они оставили свой след в истории как самые долгоживущие сиамские близнецы. У них была общая кровеносная система и даже на 30% общий мозг, что делало их случай еще более уникальным. Их история поражала и вдохновляла людей на то, что важно не только физическое состояние, но также духовные качества, которые помогают преодолевать любые трудности в жизни. Они были примером силы и мудрости, доказывая, что настоящая жизнь начинается тогда, когда мы принимаем себя и ищем радость в каждом дне.